Папа в сентябре, все еще едет. Ждать. Повторно. Ветер то дует, то нет. Ну поставь пока, потом сразу два мешок. Тут мешок стоит. Это вот последний мешок. Видишь, порыв ветра кончился. Там у скворечник называется. Зазывает, сильно обитает тут. Это дом Владимира Пащенко. Там из лагеря перевезли умывальник. Теперь здесь гости. Сарай для дров. Запасные сваи. Вот определяем по разным деревьям. Там он дерево березы растут, а тут облепиха рядом. Там за домом береза. Вот колышется ее, видно. Я ему кричу, давай. Порыв ветра пошел. Дальше. Ну там плохо уже видать. Там черевомуха красная. Тоже шевелится. Крапива. Вот, это ветва вот новая. Там несколько раз перебрызгай. Сейчас. Вот получилось так, что провеяли, а тут на самом остатке получилось семянный. Часть какой-то такой сорняка. Надо вообще весь горох так делать в воде. А горох весь утонул. Нет, я говорю, надо все, которые в мешках есть, надо так же сделать все.
И тогда вот эти все семена всплывут. Ну, это я не знаю, это сушить надо. Через решету не выходит? Нет, а какую решету? Мелкие просыпаются, а вот эти-то остаются. Что хотела? Поучиться у нас? Да. А ты покрути его, это там, в ведре. Вот она всплывает, смотри сколько. А теперь это черпаком надо не руками, а черпаком. Так мой-то принести, у меня тоже есть решето там покрупнее вот этого. Да нет, надо зачем решето. Решето надо другое. Вот так. Дальше еще один раз. А как у Игоря-то? У него на решете все это отходит, наверное? Ну у них же там техника, там понятное дело. У нас-то еще нету, принесли. А там все продумано. Где ну, отсеиваться, все. Где продувается, где... Еще раза два. Ну там и видишь, даже темная вода. Ну надо весь горох так делать. А потом тогда молоть его, высушить, а потом молоть. Да, ну ладно.